опять впереди планеты всей. Ну, я думаю, помогает нам быть впереди планеты всей и знать, как нам строить. Также то, что мы хорошую сделали домашнюю работу. А как обстоит дело со строительством второй жесткой путевой структуры в экотехнопарке? Ну, давайте подойдем. Это вот уже шестая линия, которая будет сделана по стандартам для Объединенных Арабских Эмиратов, под их уже там скоростные режимы, под их нагрузки. В данном случае здесь самая тяжелая машина будет Юниконт весом 52 тонны. Так, для перевозки контейнеров, в том числе 40-футовых. В том числе здесь это нагрузка, когда уже поезда из составных вагонов вместимостью до 300 пассажиров. И все это здесь будет испытываться? Да, ну техника, которую мы здесь изготавливаем перед поставкой в Эмираты, естественно, должна проходить испытания. Наработка как-то определенно, должен быть определенный пробег. Да? И вот анкор-напор, например, где будет тоже станция. Здесь расчет нагрузка, температуры и натяжения струн 1450 тонн. То есть практически в два раза больше, чем у этой? Да, но здесь и более серьезная трасса будет, более мощная, потому что очень серьезные нагрузки. Здесь максимум 10 тонн, здесь 52, ну понятно, да? Потом там более мощные будут рельсы, струны, высота фермы будет выше. Прилеты здесь немножко меньше, 48 метров, там 50 метров. И здесь мы не просто хотим построить, сейчас немножко мы приостановили работы, потому что сейчас идет заказ на уточненную конструкцию, потому что путевой структуры, потому что нам стали известны дополнительные требования к тому, что мы строим в Эмиратах, мы это не можем не учитывать. Да? Поэтому некоторые уточнения в путевой мы сделали, в том числе там вот в отношении сварки. И поэтому, естественно, комплектующие изменились, ну, в том числе марки стали, там, толщины стали, там, прокаты и так далее. Поэтому мы сейчас перезаказываем. И в те же сроки, что и планировалось, построим эту трассу. При этом даже мы быстрее построим, хотя на некоторое время тормознули, потому что технология упростится. И сделаем дешевле, как ни странно. Потому что эти уточнения, они снизят, ну, существенно цену. На дороге я могу сказать, что, ну, на километр трассы, это тяжелая трасса, она не такая дешевая будет. То есть это будет дороже, чем вот предыдущая линия. Поэтому где-то на километре дороги мы можем даже при сильном изготовлении сэкономить порядка 2 миллионов долларов. Только из-за того, что внесли вот эти изменения и дополнения. И, естественно, мы внесли эти изменения и дополнения в документацию в инновационном центре Шаржи, где мы строим тестовые участки длиной уже по 2,5 километра. И поэтому там немного тоже мы тормознули строительство для того, чтобы построить в конечном итоге быстрее и за меньшие деньги. А это деньги инвесторов. Мы не должны просто так тратить их. Да? Мы должны эффективно их использовать. И раз мы, если мы находим решение, которое удешевляет, допустим, упрощает технологии, ускоряет там, строительство и так далее, в конце концов уменьшает затратную часть, но прибыльная часть остается той же от проекта, то в конце концов это увеличит доход от реализации проектов, увеличит прибыльность, ну и, соответственно, увеличит дивиденды для наших инвесторов, для наших акционеров. Поэтому мы должны быть заинтересованы в том, что мы делали правильно и хорошо, а не только давайте быстрее, давайте лишь бы как, так как попало, ну лишь бы поехало. Но это нас никто не купит, лишь бы поехало и как попало. Так? Поэтому мы делаем очень серьезно, потому что рынок серьезный, и мы должны быть не хуже Боинга, не хуже там Форда, Тойоты, я не знаю, там, других известных брендов, а не на уровне там брендов, которые, ну, как нарицательно, там, на уровне Запорожца. Хотя я считаю, что Запорожец хорошая машина была.
Но тем не менее, это нарицательно стало, да? Поэтому вот с учетом всего вот того, что я сказал, мы идем вполне по графику. Global Star Club. Возможности безграничны.